Вы знаете, что в мире пресная вода стоит в 10 раз дороже газа? Отключение полуострова от подачи воды с материка, о котором так много говорили, произошло тихо и буднично. В результате Северо-Крымский канал на полуострове тихо пересох. Вас, идиотов, предупреждали, что без Днепропетровской воды Крым вымрет нахрен. Предупреждали, объясняли, что хищнический отбор подземных вод не может быть бесконечным. Объясняли. Так чему теперь удивляться? Все, накопленные за счет фильтрации из Северо-Крымского канала запасы, закончились. Закончились насовсем. Крым со своей собственной водой может обеспечить максимум миллион жителей. И это без всякого поливного сезона. 1,5 миллиона как минимум придется оттуда отселять. В Сибирь. Ага. Товарными вагонами под конвоем. Технология давно отработанная. Что? Всероссийская здравница? Забудьте. Миллионы туристов тоже нуждаются в воде, которой в Крыму нет. Собственно, судьба Крыма характерна для любой краденой вещи, того же телефона, погордиться перед подельниками, после чего забросить в глухой чулан, потому что пользоваться этим невозможно. Зарядник не отжали, и купить невозможно, да и операторы «давай-ка» заблокировали. Кричавшим «Путин, приди!» большой привет! Пакуйте чемоданы и собирайтесь в Сибирь, она большая, и воды там много.